Ответ с патрульной полиции. С Волгоградской. Где я писал запрос, чтобы они дали мне ответ. По утерянным протоколам и постановам. Вот сейчас мы посмотрим, что они мне тут написали. Они даже фамилии неправильно написали. Смотрите. Ну, приостановите, посчитайте. Так, кто это писал? Олег Буланий. Вы поняли, что за фамилия? Таких у нас не бывает. А подписал кто? Чпаковский. Чпак. Чпачок. Так, смотрим. Вот. Ветерочек чуть-чуть, но ничего. Что я уверен, что это патрульная? А я вам сейчас доказательства покажу. Сейчас вы увидите. Почему. Смотрим дальше. Вот эти постановы. Видите? Постанова. Смотрите. Даже вот видите, вот поржавели эти скрепочки. Так что они долго валялись. Вот, номера, видите? Вот. Смотрите. Усекли. Вот они, вот они. А вот еще и печатка. Смотрите, видите? Вот она. Так что... Давайте мне правильный ответ. Тут есть серия, здесь есть номер. Вот, вот еще, еще. Видите, вот. Вот они чистенькие. Выписывайте. Куда хотите. Расчетные счета, какие хотите. Вот. Сейчас скажу, почему это ихние. Ну, тут написано. За обеспечение безопасности дорожного руху. Поняли. Уже понятно, что движуха. Давай. Сейчас я покажу, почему. Вот там было что? Расписка. Вот эта расписка. Тоже, видите, лежала давно. Читаем. Начальник УПП. Ну, сами читайте. Шкроп еще был. Вот смотрим дальше. Расписка. Видите? Вот так. Это было 17.08.18 года. Вот здесь в постанове была здесь эта расписка. Так вот, я сейчас обращаюсь опять. Ответ на эту постанову, как вы их списали. Службовая проверка была? Давайте, громада хочет знать. Люди требуют объяснений. Ждем ответа от них. Они этот канал смотрят. В курсах. Вот я обращаюсь. Давайте.